Ну, вам могу сказать очень ободряющую вещь. Съел я пирожок, и он меня очень сильно ободрил. Потому что сегодня ни крошки во рту, уже 2 часа дня. Только льняную кашу принял. Еще плюс ночью не спал. Короче, почему это опять же грустно? Потому что настроение зависит от физиологии, соответственно. Тот же кофе там, допустим. Кофе — это же вещество. То же самое вещество, как и все вещества. После кофе мне определенно становится легче, несмотря на обстоятельства. Или вообще, у меня есть такая версия, что, впрочем, она довольно известная, что человек хочет мучиться, и он к себе эти мучения притягивает, и вот эту грусть, да, и что он, типа, грустный человек всегда найдет о чем погрустить. Да, во многом это так.